Столетний юбилей отметила сегодня жительница Караганды. С такой важной датой пенсионерку поздравила администрация города. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Мария Петровна живет в Караганде почти 70 лет. Сегодня у нее и ее семьи большой праздник. Со столетием ее приехали поздравить все родные, успехами которых бабушка очень гордится. У меня трое детей, 6 внуков, 8 правнуков. Там все хорошие, все ученые. Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка многое делает сама. В остальном ей помогает большая семья. Поздравить с юбилеем ветерана труда приехал и глава Казабекбийского района. Хорошо. Виктория Мурзинцева, Диас Нурмуханов, Равиль Валеев, 5 канал.